Хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. Для этого необходимо прислать мне самый прикольный, классный и креативный анекдот, которого нет на моем канале. И именно ты получишь 500 рублей. Количество анекдотов не ограничено, поэтому дерзайте, все в ваших руках. От себя лично всем участникам я желаю только удачи. Ну а сейчас ставим большие пальчики вверх, берем чай, кофе, лимонад, усаживаемся поудобнее и поехали. Прибегает домой красная шапочка и говорит: мама, я шла через лес, на меня напали дровосеки, хотели шапочку красную снять, предлагали мне черепонькаться. Мать одевает туфельки, подбегает к дочери, снимает шапочку, одевает ее на себя и говорит: так, доченька, ты говоришь, были дровосеки? Да, мама, да, были дровосеки. Ты говоришь, предлагали черепонькаться? Да, да, мама, именно это. Посиди дома, доченька, я скоро вернусь.